Итак, звездные пустоши на наших будущих картах. Точнее, я уже даже здесь. Вот туда мы идем. Прям вот туда. Наша задача убить Радана. И, в общем-то, постараться как-то продолжить квест, который мы начали. Местами даже будет попроще. Вот, но я знаю, что здесь будет непросто. Я кое-что сделал за записью. В принципе, ничего сильно важного. Во-первых, я наконец-то перекачался. По сути, все, что я сделал, это все, что у меня было в силе. То есть у меня сила была 18 уровня, я ее опустил до 12, и все остальное закинул в ловкость, чтобы было до 40, и жизненная сила теперь 29. То есть ХП стало побольше. Все еще не то, что мне бы хотелось, но мало что можно придумать с этим делом, как бы работает, как работает. Вот, также я просто потому, что меня мозолило глаза, закрыл все оставшиеся подземелья и шахты, и все, что только можно представить в начальных локах вот здесь. То есть у нас тут больше ничего нет, за исключением там пары точек благодати, но это все как бы мелочи, и это просто, ну, как бы точка сохранения, грубо говоря, около вот этой благодати. Тут где-то еще есть благодать, но она там не здесь, а где-то вот здесь. Ну, короче, это так, это мелочь. Также очень сильно пытался найти нам кузнечный камень 4 уровня, но мне дали очень много кузнечных камней 5 уровня, поэтому, в принципе, если мы хотя бы один раз сможем прокачать скеметар с правой стороны, то я думаю, что до где-то 13-14 мы сделаем его точно. Как-то так. И еще я убил одного босса, выпал очень крутой талисман, увеличивает силу атаки при уменьшении переносимого веса. То есть я меньше теперь ношу вес, но атака типа должна стать сильнее. Как-то так. А, и еще нужно съесть нам дугу руническую, потому что после смерти она все-таки отменяется, и лучше нам, конечно, не умирать. Ну что, пойдем в этот замок. Будет, конечно, забавно, если Радан в итоге меня к себе не пустит. А он может так сделать. Здесь мы уже проходили, урончик должен теперь быть побольше. Мы прокачали очень хорошо скеметар. По уровню, ну, в принципе, если верить интерактивной карте, то тоже все более-менее в порядке. Как раз таки 60-го примерно мы здесь и должны быть. Ну, красавчик он. Мне нравится, как он работает. Слушай, он уже второй раз это делает. Так, эти ребята умирают быстрее. Прям заметно быстрее. Но они самые слабые. И на них при этом требуется два удара каким-то образом. Ну, в смысле, две комбинации. Пока непонятно. Пока непонятно, но убил нас кто? Нас убил великан, да? Надо великана развалить. Так, а здесь мы вроде изучали. Тут типа ничего нету, кроме катапульт вот здесь. Есть вот эта башня. На нее, кстати, можно залезть и, может быть, даже попасть в этот замок с какой-нибудь другой точки. Я бы с удовольствием попробовал это провернуть. Да, есть у меня ощущение, что звездные пустоши сегодня у нас будут только они. Никуда больше мы не попадем! Потому что они как минимум большие, как максимум сложные. Но вот на данном этапе я вот точно не знаю. То есть мы сделали, может, конечно, опять же, и не все. Хотя то, что у меня есть на карте, по крайней мере, все. То есть вообще ничего больше нет, никакого контента. Никаких руин, никаких данжей, там, шахт. Я говорю, единственное, я бы только, наверное, оружие себя прокачал посильнее. Ну вот, что имеем, то имеем. Багровые слезы не хватает до фула. Теперь прокачивать. Благословленный то руной. Блин, как же он много урон наносит, жесть. Давай. До свидания. 927. Неплохо. Очень даже неплохо. Не кристальные шахты, главное, вот прям ничего. Ничего такого, что могло бы мне прям облегчить жизнь, знаете, на хоть на сколько-нибудь процентов выше. Потому что да, лапы у нас сейчас идут очень медленно, по 20 тысяч. Ну, и прикол в том, что здесь работает механика по факту ручного автолевелинга, то есть как бы несмотря на то, что вроде как уровень-то у всех один,
Да, но, грубо говоря, в новых локациях противники становятся сильнее, да? Но и с них дают больше душ. То есть мне кажется, что если смотреть по времени, да, там по боссам, сколько с боссов дают с каждого следующего, то в принципе ничего не меняется, просто увеличивается цифра. Это знаете, как во всяких куки-кликерах и тому подобных играх, где просто у тебя как бы идет прогрессия, но на самом деле не то, чтобы развивается. Ты просто начинаешь получать более большие цифры в точно таком же диапазоне времени. Поэтому это все довольно мало имеет значения и влияния. А сюда нельзя просто так забраться. Туда, наверное, надо как раз-таки с этой платформы. О, кузнечник третьего уровня. Третьего уровня нам уже не надо. Хотя второй скиметр можно поднять. Да, сюда пока не залезть, к сожалению. Можно было их не убивать. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну, мы, конечно, сюда немножко... Не то, что немножко. Рановато мы сюда идем. Я имею в виду именно в эту крепость. Слушай, великан, а давай мы с тобой как-то не будем, наверное, сталкиваться, а то опасно с ним драться. Я как раз пока что сюда залезу. Так. Что пишут? Месть сейчас не помешает. Какая месть? Впереди атака в прыжке. Зачем? А, ты смотри, крысёныш. А мы сейчас его обманем. И теперь у него будет атака в прыжке. Давай, давай, залезай. Залезай, мой хороший, давай. Давай, давай. Ладно. Так тоже можно. Надеюсь, это того стоило. И это, внимание, кузнечный камень 6! А куда мне его? Кузнечный камень 6, это очень... Это хорошо, что они идут. То есть все-таки там дальше 15-го не надо будет придумывать велосипед. Прокачиваем обычными кузнечными камнями. Но сколько у меня камней мрака, это просто мрак настоящий, потому что я столько их нафармил в таком количестве, что как только у меня вот появится необходимость прокачивать что-то через мрак, никаких проблем это не составит. А, вот сюда можно, смотри. Сейчас только главное это упасть правильно. Теперь, ну, обидно умирать. То есть, если раньше я переживал за руны, и то не особо, потому что, ну, окей, я вернусь на место, заберу руны. То вот благодать, не благодать, а благословление руны терять не особо хочется как-то. Тем более, что рунические дуги мне так часто находим. Оно дает очень хорошо, очень хорошие бафы, мне прям очень нравятся. То есть такие бафы на здоровье, как минимум моему классу, они очень даже к месту. Вот летучие мышки. В начальных локах они уже ваншотаются. Здесь, в принципе, пока что тоже, да? Так, давай мы с тобой не будем играть в игру, типа, кто упадет первый, поэтому ты просто умрешь. Ну да, типа, вот летучая мышь, в первой локе она бы умерла уже от этого удара. Это не хочет. Просто когда у нас идет речь о том, что есть какие-то мобы одинаковые, я за то, чтобы они были все-таки всегда одного уровня. Осторожно, слева впереди атака из засады. Где именно? Почему опять слева? Вот это? Радует, что они не очень сильно бафнулись, да, и все равно довольно легкие. Впереди край. Нам-то... Так, с разбежечки. Здравствуйте. Сейчас скелеты полезут, наверное. Осторожно, яд. А чего вот это стоит кто-то, да? Угу. Не показалось. А, это, наверное... Или нет? Или да? Знаете, я тут кое-какие пещеры прошел, что мне яд этот ваш вообще не страшен. Иди сюда. Мы, оказывается, каким-то образом полностью пропустили один тип пещер, это именно пещеры. И они полностью токсичные, типа все, что там находится, оно всегда в еду. Ты просто всегда ходишь в отравление, это так замечательно. Типа, мое счастье, что я пришел туда перекачанным. Просто всех зарубил, но все равно там стоять на месте довольно противно. Так, вижу пепел, не вижу препятствий. Можно, пожалуйста, что-нибудь накрой его, а?
пламенный удал. Удаль. Ну и что с этим делать? Кто-нибудь мне объяснит тут, что с этим делать? Я уверен, где-то должны быть кровавые удары, которые... Ну или не кровавые удары, а просто пепел через кровь, которые, может быть, более полезными будут, чем мой. То есть мне мой нравится. Он наносит много урон, но, может быть, есть какие-то... которые дамажат, например, в другом диапазоне, через другие углы. Потому что у меня все равно такая диагональная атака, ей не всегда удобно пользоваться. У Тигатана, например, пепел войны, который в нее внедрен, он полностью... По-моему, как раз-таки он бьет по горизонтали просто. Ну, по крайней мере, не по такой диагонали, как я сейчас это делаю. Ты потыкай там, потыкай. Да, молодец. Молодец. Красавчик. Ладно, вообще по-хорошему надо походить. Ну, даже не походить, найти какие-нибудь еще шахты здесь, в Звездных Пустошах. Где-нибудь желательно, причем в начале Звездных Пустошей, чтобы там дали уже кузнечный. Там надо нам всего лишь два кузнечных камня 4-го левела. Это все, что я хочу. И тогда Скеметар, правда, будет очень сильно сильнее. Впереди благодать. Там-то благодать. Не, насколько я знаю, здесь действительно благодать не так легко найти. Но, по-моему, она вот где-то там должна быть. Не факт, конечно, но давайте посмотрим. Я просто, ну, не дает это покоя. У нас вообще весь контент, ну, не весь контент, но, типа, два больших квеста и локации, они закрыты именно вот на Радана. Типа, пока не пройдете Радана. Пройдите Радана, Радана пройдите. А он, блин... Непростой товарищ. То есть я не уверен, что я сам смогу его убить. Особенно учитывая, сколько мне вот такие рыцари урон наносят. Но, блин, вот эти рыцари... Все подобные сильные противники, сука, ненавижу. Это сильнее боссов всегда просто. Это просто всегда сильнее боссов, враги. Это невыносимо. Да умри уже просто. Я хотя бы понимаю, да, как с боссами драться, с этими. А когда у них щиты, Так, там что-то лежит, туда можно залезть, но там еще и кто-то стоит. Кто-то это, что это, корона? Какая-то непонятная. Вообще можно, по идее, чуть-чуть считерить. Я, правда, боюсь упасть, я просто думаю, так можно сделать? Да, так можно сделать. Кстати, телепорт, возможно, его имеет смысл активировать. Тогда мы не пройдем сюда. Просто, я так понимаю, туда вот надо выйти. Да, это ворота, которые ведут... Слушай, а как туда пройти-то? А, ну да, все понятно, как туда пройти. Все, я знаю. Я все знаю. Сперва спрыгнуть, и тогда впереди большая дорога. Я просто осматриваю на наличие каких-нибудь ворот. Вот собака есть, к примеру. Тут, наверное, можно какой-то шорткат открыть. Я не верю, что здесь благодать нет. Ну, то есть благодати, может быть, здесь и нет, но какой-то шорткат должен быть. Пустота, да. Может, это предмет? Понятно. Понятно. Понятненько. Просто это похоже на то, что меня сейчас, возможно, кто-то будет атаковать. Да, так и есть. Справочник оружейника. Это все дело давайте зарубим. По 210, причем даже не с каждого, а сколько там. А, 210 с каждого, да. Неплохо. Как мне нравится, когда они лопаются на кровь, прям кайф. Старинный меч. Кузнечный камень 5-го, дайте 4-го, пожалуйста. Все, шорткат мы открыли, хорошо. Если что, можно будет там всю эту дорогу пропустить. Ну, тогда можно пока и пройти. Там просто благодать еще, да, перед всеми этими огнестрельными орудиями. Все-таки уничтожить навсегда нельзя. Потому что в прошлый раз мы тот арбалет вроде сломали, да, смысл. Какая там, смотри, ходит. Слушай, здесь что-то есть. Возможно, оно за углом слева. Я просто не хочу к этой псине идти. Ты не имеешь права. О, ты не имеешь права.
Кстати, я обратил внимание, точнее, не обратил внимания, мне сказали, что поскольку вот эти штуки же, ну, они оставляются игроками по всему миру, и чтобы, ну, все игроки имели какой-то контакт, фромы не позволяют именно писать текстом сообщения, они придумали, что можно вот выбирать какие-то фразы, которые сразу уже по умолчанию переведены на все языки. И вот, типа, интересный момент... Люди оставляют забавные штуки, которые звучат прикольно именно на английском языке. Например, вот мы находили, по-моему, находили подсказку, которая звучала как «Форт ночи». И типа, что такое «Форт ночи»? Ну, оно не имеет никакого смысла, да, там, для нашего языка. Типа, ну, «Форт ночи», «Форт ночи». На английский переведите «Форт найт». Ну, как бы... Понимаешь? Все очень, как бы, не под наш язык сделано. Это забавно. Блин, там что-то лежит. Там что-то лежит, но я не знаю, как сражаться с этими псинами. Я еще и не могу призвать скелета нашего. А давайте так, вот если что, бежать куда? Просто налево? Слушай, а туда наверх так не подняться просто. Тихо. Ты на меня смотришь? Я могу вообще их зачизить? Нет, они сюда под... Ой-о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 й
Меня это, мягко скажем, не радует, потому что... А там ни лестницы, ни запрыгнуть не получится, да? Вот нам сюда. Вообще. Нет, нам не сюда, я... А, wait, подожди, это ворота великана. Нам вообще не в эту сторону. Какого черта тогда я сюда иду? Ну, кроме того, что там блестяшка. Мать твою, пожалуйста, забеги внутрь. Все, тогда давайте поднимемся, наверное. И что сделаем? Вот к этим можно упасть. А зачем? Сейчас просто не могу понять, здесь есть проход или что? Потому что я никакого прохода не вижу, например. Я вижу кисок. Сюда, наверное, можно пройти. Типа вот туда, вон туда. Ну да, но я могу вот здесь просто обмануть систему. Ладно. Так тоже пойдет. Я хотел чуть подальше, но ничего страшного. Умереть еще могли. Крайне тупорылым образом. Можно, пожалуйста, это активируется с этой стороны? Нельзя использовать сейчас. Почему? Сперва вверх. Понял. Понял. Так, я наверх? Я, пожалуй, наверх. Впереди лжец. Вот это? Не может быть. Вот это? Но дырка какая-то есть непонятная. Нет там никакого лжеца. А, ну вон там босс-рум, видишь? Впереди. Подожди, босс-рум? Да, да, ну это, конечно, босс, но у него не совсем классический босс-рум. Но я сразу предупреждаю, Радана убивают по несколько часов. Есть хитрости, но его убивают по несколько часов. Я надеялся на кровотечение еще одно. Ты что, ты не подошел ко мне? Придурок, храмовый камень. А, это он и был. А, в короне, Фламберг. А, какой короне-то, господи, это же действительно эти. Не похоже было. С той стороны, да дайте четвертого. Третьего дают, пятого дают, четвертый кузнечный камень. Мне, пожалуйста, я не знаю, нанойте кто-нибудь. Кузнечный камень четвертого уровня. Вашу мать, пожалуйста. Очень хочется. Две штуки, правда. Одна не прокатит. Что это за локация такая? Определись уже в какую-то сторону.
Мне как будто специально здесь разбросали. Вот этот уровень, этот уровень. Типа, нет, хочешь четвертого, иди по шахтам бегай. Причем в шахтах тоже падают пятые. И вот по шахтам там побегал уже одним пятый выпал. В огромных количествах просто. У меня очень много, ну типа 9 штук вот у меня было, я показывал. Ну это дохрена просто. Просто дохрена. Это, конечно, жесть. Нельзя так делать людьми. Окей, здесь ничего нет. Кроме предметов, которые мы взяли. Но я думаю, что где-то здесь находится та пещера, где надо убить этих кристальных тварей, чтобы забрать с них камуфок, который сфера колокольная, чтобы можно было просто покупать. Ну, в принципе, в крайнем случае, если так и не найдем, или будут какие-то с этим проблемы, можно будет просто посмотреть, где именно найти эту колокольную сферу. Потому что, честно говоря, бегать на рандом как-то у меня желания особо нет. Мне просто кажется, что все логично. Игра особо мое время не ценит, поэтому... Чуть-чуть местами я буду подсматривать. Хоть мне это особо и не нравится, но это соус-лайк. В принципе, в соус-лайках это нормально абсолютно. Так, а вот у нас и благодать с босс-комнатой. Босс-комната, которая... Это другая босс... О, подожди, это другая босс-комната. Сначала еще один босс. Непонятно какой. Сначала сюда сходить. Угомонись. Здесь у нас что? Здесь у нас какая-то комната. Возможно, сможно... Возможно, сможно. Возможно, получится ворота открыть. Твою мать. Что можно было ожидать? А! Это ваншотящийся. Ваншотящийся. Слава богу. Ну не, урон нормальный. Прям пойдет. Один, так, может быть второй, и может быть мы тогда докачаем перед боссом, прямо сейчас. Давайте вот, вот сюда вот я сейчас схожу. О, нет. О, ню-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 ню. Слышь, а с нашей последней встречи у меня урон-то поднялся. Зачем я это делаю, знаешь? Это непонятное действие с моей стороны абсолютно. Не увернись! Забыл, что там еще одна тычка. То есть три тычки у нее там есть. Еще пожить. Ну, сейчас я могу тратить уже фляжки сколько хочу. Уже не принципиально. О, господи, как же я рискую, жесть. 2200. А, может быть, на этой фигне пофармить чуть-чуть? Это, конечно, будет долго, но за один такой заход по 2200. 10 заходов, 20... Нет, что-то долго. Что-то долго. Есть, конечно, фарм-точки в игре. Интересные люди придумали. Причем их можно использовать там на самых ранних стадиях. Раскаленный точильный клинок. Слушай, а точильные клинки вообще делают что? Потому что мы тут некоторые находили. Я не пользовался ни одним. Это вообще что? Это не крафт. По-моему, там кто-то ко мне идет. Да. Это какой-то материал для использования, чтобы оружие временно улучшить. Или где нет. Потому что это вот здесь находится. То есть это не камни, это не для крафта, это не квестовое. А, это квестовое. Позволяет надеть оружие дополнительным свойством. Но я не могу это применить. Интересно. Ну как точильный нож, как железный точильный нож. Но использовать я это здесь не могу. Ха. А где, интересно, могу? Это мы пока таких мест вроде не находили. Так, тут что? Это вообще где? Так, это над кисками. Этот товарищ быстро отлетит. Они просто тоже агрессивно бьют, но поскольку у них атаки я сбиваю.
Ой, как тайминг идеально поймал, просто прочувствовал. А это не прочувствовал. Стамина. Стаминочка. Только ты? Только ты еще более крутой рыцарь. Я так надеюсь, что у них тут лежит что-нибудь полезное. Давай иди сюда. Давай, давай, давай. Ко мне. С товарищем со вторым копьем я готов только один на один драться. Так, а с раболетчиком... О, иди сюда. Иди ко мне. Так, 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 так. Не-не-не, давай. Иди сюда. Ты все равно умрешь моментально. Теперь ты. Вниз падать, ну, кстати, высоко. Но там благодать. Так что не критично. Блокираторы моих атак надоели уже. Ой, как хорошо. Просто три раза он не понял мой тайминг. Протазан. Это для копейщиков. Шестого уровня. За что? Блин. А если мне хватит теперь 10 штук пятого? Давай посчитаем примерно. Там дают 2, 4, 6, да? По уровням. Смотри. Четвертого уровня. Мы качаем до плюс 12, мне нужно вот только две штучки. Одна штучка. Одна штучка четвертого уровня. Мы качаем до плюс 12. Дальше. А, пятого уровня у нас кач идет до плюс 15. То есть надо 3 апа. Это 2, 4, 6. Это 12. Нужен еще один кузнечный камень пятого. И тогда мы прокачаем до 15. До 15 прокачаем, и мы сможем прокачать до... До 16-го тогда, если у меня пока 2. То есть чисто технически мой скеметар без двух камней 16-го плюса. А сейчас он 11-го. Но 16-го было бы очень хорошо сделать. То есть опять же, ну, урона хватает, да, но... Вот еще чуть-чуть, вот просто буквально капельку. Ну окей, пошли травить босса. Это не Радан. Радан чуть дальше. Тут, видимо, у каждого такого большого генерала, который там полубог и так далее, у них есть сначала недобосс перед ним, а потом уже идут полноценные потные сражения. Призыва здесь нет. Есть только скелеты. Но призывы будут на Радане. Ох, на Радане будут призывы. В таких количествах вы себе не представляете даже. Воин Бастард. А, ну так это же... Это простой враг. Главное просто не отхватить от него сейчас. Сейчас просто посмотрим по урону. Мы же убивали такого. В одной из там буквально предыдущих серий. Ну да. Пол КП просто с одной комбой. А, понял. Есть загвоздочка, да? Бляха-муха, я понял. Рыцарь Горнила появляется. Нет, нормально, проходимо. Я вообще бастарда могу снести очень быстро. Если повезет с комбой и хватит выносливости. Но проблема в том, что теперь мне не хочется использовать благословление. Ну, потому что вот непонятно. В принципе, хп там мне достаточно. То есть он появляется где-то на половине хп у бастарда. Надо как-то просчитать, попробовать. Не знаю, почему мы не прокачались по уровню. И чё, я вообще тайминги понять не могу у бастарда. По какой-то причине. Совершенно мне не ясно. Давай, просто спам, твою мать. Не получится, просто спам. Да, он сразу появляется. Ничего страшного, он сейчас еще дойти должен до меня. Эта тварь почему-то по пол хп начинает сносить одним ударом. Так, скелет, держи оборону.
скелет не сдержал оборону. Готов. Все, теперь что может быть сложного? Я, правда, такого даже не видел никогда. Ух ты! А, нет, видел. И очень атаки тяжелые. Вот это вот очень противная хрень. Не отойти толком. У меня такой стагер большой после того, как я пью фляжку. Это жесть. Наверное, даже вот так можно будет похилиться. Не то нажал. Абсолютно. Пей. Отпусти, пожалуйста. Да отпусти меня, господи, попить-то дай. Блять, да что с вами не так, а? А так просто урона я ему толком не могу нанести. Ага, вторая атака, третья атака. Со скелетом сейчас вообще проблем бы не было. Скелет не выживает. А без скелета я не убиваю бастарда толком. С отвлечением. Давай, вот как я ненавижу щиты. А вот просто стоит в черепахе, и все, и стоит, и ничего не делает. Давай уже, ну. Придурок. Бей меня. Ты заебал меня просто. А, ну да, у них же вторая фаза еще есть. А, мы убивали его на кругу. Вроде. Или я убивал его на кругу, не помню. Короче, Риус опять. Эх, бастард. Я не убью. Не убьем. Но нормально. Может, с третьего раза получится. Они просто, ну, типа, у них искусственный интеллект иногда работает. Как будто я не знаю, с кем сражаюсь. Как будто реально игрок. То есть он прям просто понимает, что я делаю. Надо сделать так, чтобы скелет выжил до второго половины боя. Скелет очень быстро отъезжает, к сожалению. Атаки у них размашистые в обоих. Так, ну, терпимо. Не-не-не-не-не-не, бля, комуха. Я еще не добил. Так, встаем, встаем. Нет. Нельзя добивать. Добивать нельзя, сука. Ладно, нормально драться можно. Сейчас я мувсет. Просто проблема в том, что я мувсет его знаю, а это мне не помогает никак. Это опасно делать вообще, то, что я сейчас делаю. Тем более, когда вот эта херня происходит, твою мать. Тайминги. Очень дебильные тайминги. Никогда не любил боссов, которые держат. Вот у них есть замах. И они замахиваются 3 года. Просто когда он ударит, сколько секунд у него идет, эта фаза просто вообще не вдуплить никак. Еще. Такого еще не делал. Так, в чем идея? Скелет умирает, очевидно. Дерись со мной. С
смысле он вышел уже? Блять. В смысле он вышел уже? Он вышел на процентах 70 у него хп. Просто мрази придумали персонажа со щитами, клянусь. Какое дерьмо. И не обей. Да я должен уворачиваться от этого дерьма. У меня окно у ворота само по себе не такое большое. Точнее, неправильно, окно после у ворота. У меня же рекавер еще есть. Так, скелет надо же переагрить, это... Блять, вообще не попадаю в тайминги. Давай просто заспамлю его, похер. Сработало. Он убьет рыда, да. Ну давай, один на один опять. С говном этим. Но только я увернулся, блять. АОЕшные атаки. Невозможно в эту игру играть без мата. Просто невозможно. Либо надо что-то бить. А бить как бы, ну, не стоит. Блять, Радан будет веселее этих двух, серьезно. Любой один большой босс, он нахер лучше, чем вот это дерьмо. Просто не противники это. Сейчас еще случайно скелета добьют мне. Ну да. Это мало урона, это очень мало урона. Заткнись нахер. Да дай ты встать, господи! Когда у него самые вот, безопасные окна для ударов? После вот этого неплохо его можно бить, но он делает землю, которая непонятно какой тайминг имеет. После крутящейся атаки у него неплохо проходят. После вот этого вроде как можно сделать. И то, да, тебе не так безопасно. А выпад решил не делать. Раз. Не, я буду только на самые выгодные тайминги нажимать. В принципе, у меня урона с кровавого удара хватает. Ага, я даже, типа, не влезаю я. Ну вот что это за тайминг такой? Я от удара увернулся, а от земли нет. А она все равно попала по мне. Что это такое? Блять, ну я же нажал. Раз. Давай ограничимся, да, атаками просто рукой. Блять.
Что за твари его придумали, а? Отличная атака. Спасибо, брат. Просто спасибо. А я вот так, пожалуй, лягу. Просто вот так. Господи, это настолько сделанный на коленке босс, я вообще, я не понимаю. Типа, ну реально, знаете, в DS-ах там раньше что-то придумывали, расставляли. Ну, противников в конкретных местах. Конкретных боссов в конкретных аренах, чтобы, ну, это было как-то интересно, разнообразно. Здесь просто этого сделали, того сделали, по разу их уже использовали в других аренах, теперь такие, а чё, ну, давайте двух сразу дадим, ну, типа, какая разница-то? Типа, ну, будет сложнее же должно быть со временем. Обожаю просто, просто обожаю. Вот, благо есть люди. Это хорошо. Так, 62-й АПМ.
И, по идее, мы дошли. Получилось! Да, типа, что один, что второй, они крайне легкие противники, но... Когда начинается рыцарь, просто вынос мозга какой-то. Так, а тут ничего сделать нельзя, кстати. Тут вообще даже драться нельзя. Это кто? Oh, tarnished are you? How did you slip inside with the gate closed? No matter. If you can fell one of them, you're a champion in my book. I am Jaren, foolish old warrior and witness. Incidentally, do you like a good festival from time to time? Well, it's true. This fortress houses only the vanquished. But when the stars align, we celebrate. A war festival honoring the last battle and death of General Radahn, the mightiest demigod of the Shattering and bearer of a great rune. Well, good. As you should. The festival affords glory to warriors. Then all you need is a little patience. When the stars align, the festival will be declared. Well, I haven't heard that name in an age. Then you must serve Princess Rani. The next time you speak to Eiji, tell him this. The festival of Radahn will surely set Rani's fate back into motion. By the by, is that old fool still hammering out weapons? His enormous frame cramped in that little place? Bit of a haughty sort. Strange fella when I knew him. And funny thing, his swords were all blunt as stone, but not one of them decayed when faced with a scarlet rot. Have patience, When the stars align... Когда сойдутся звезды? Ну, то есть... Not now. Я так понимаю, что вот это «когда сойдутся звезды» как раз означает, что... Мы убили недостаточно боссов. Это же да, он должен пустить меня вон туда. Там такая довольно большая арена. Но у этого есть толковое объяснение и использование. Лорд, лорд, о лорд. Когда сойдутся звезды? А я не могу просто пройти? Нет. Слушай, надо будет почитать. Я не знаю, что именно он должен просто говорить. Но, возможно, как раз это предполагает, что надо еще пойти поубивать просто противников, поскольку здесь у нас много кто убит. Просто поисследовать как раз звездные пустоши сами по себе. Ну, либо я загуглю, не знаю, потому что тоже непонятно. Он не говорит буквально, да, что типа ты недостоин. Он сказал, что если ты вот этих двух победил, а вот этих двух мы... Победили. Это я типа достоин, когда сойдутся звезды. Мы все остальное, в принципе, сделали уже. Слишком высоко. Требуется бог. Да и делать там нечего, да? Ну окей, то есть сама крепость, по сути, пройдена. Можно пока пойти заняться другими вещами. Но я, в принципе, думаю, что... Вот, я сейчас загуглю тогда, посмотрю, что это означает. Ну, то есть это связано с тем, что мы недостаточно противников убили или что? Когда звезды сойдутся. Вот, и побегаем здесь. Тут, в принципе, не так много объектов. То есть тут еще есть селия «Город магии», но в город я пока особо не хочу. С другой стороны, глубины реки, и вот тут можно открыть карту. И вот этот туннель я почти прошел, я почти убил там босса. Он там довольно проблематичный и тоже выбешивает чуть-чуть. Вот, тут поищем, побегаем, посмотрим. Мне кажется, что это план.